Павильоны из сквера на Ладоке Схавели убрали. Напомним, ранее новости 7 канала рассказывали о внезапно появившихся в зеленой зоне вагончиках. Они возмутили местных жителей, которые попросили о помощи. В городской администрации заверили, что застройщики перенесут стройку в другое место. И сегодня сообщили, что павильоны и стройматериалы из сквера уже исчезли, а подрядчик свернул работы.